Panda, 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 panda. I got broads in Atlanta. Just to be in the family. Credit cards in the scammers. Всем привет, друзья, с вами Панда, и сегодня мы с вами посмотрим на игрушечку, которая вышла 20 октября от компании Paradox. Называется она Surviving the Aftermatch. В общем, это постапокалипсис, где надо выживать. Это что-то по типу Surviving Mars, то есть стратегия. В общем, ладно. Меньше болтовни. Хочу уже быстрее посмотреть. Так, мир, в котором вы сейчас окажетесь, пережил апокалипсис. И построить в нем безопасную колонию непросто. В обучении вы узнаете, как выжить и преуспеть. Кроме того, мы расскажем вам об интерфейсе. Об интерфейсе, основных понятиях и правилах игры. Да, не знаю, давайте сами все сделаем. Так, окей. А, мир. Какой нам нужен? Так, так, это мы менять не будем. Средняя температура, так, планета. Так, вот здесь вот. Подожди. Нет, так давайте еще раз. Без обучения. А, сложность. Ну, давайте мы ничего трогать не будем. А, или тут что-то надо потрогать. Так, сложность. Так. В смысле? Так, давайте заново. Я, кажется, понял. Так. Сейчас. А, вот, все, сложность. Как нам будет сложно. Я понял. Так, ну давайте вот так вот. Худшее позади, пора восстанавливать велико. Ну, конечно, вот это вот. Так. Нет. Так, секунду. Даже не знаю, ну честно. Ну, давайте начнем с множества, потом, если что, можно изменить. А, так. Группа мутных личностей. Так, люди вокруг. Закаленные люди, которые выживут. Вот давайте вот это вот. Так, вы столкнетесь так. Да здесь даже думать нечего. Мы пока что вот на начальных этапах, поэтому ставим пока что так. Так, что это такое? Привратник. Будет трудно, но оно того стоит. Архитектор. Давайте вот это вот. Вот. Так, оформление. Нам надо выполнить. Я люблю зеленый цвет. Серьезно? Что здесь делает персонаж из... Как оно? Забыл. Gravity Falls. Ну, вообще для апокалипсиса было бы вот это хорошо, но нет. Нет. Я даже не знаю. Давайте вот клевер. Типа как удача. Но сделаем его на синем фоне. Ну что, поехали? Название колонии Invol. Девиз. Так. О, Айшир. Угу, так, мы растетем. Лучше смерть. Так. Что? Лучше смерть. К
к лучшему, вот, к лучшему будущему. Ну что, готовы? Поехали. Ну. Так, ну что, поехали. Некоторые колонисты работают лучше других, но это не значит, что о бесполезных можно не заботиться. Это... точнее, я же... Итак, вот загрузка прошла. Так, сядем поудобнее. А вот наша колония. Айшир. У людей нет дома. Давайте строить. Нам нужны палатки. Как я понимаю. У меня много было проб и ошибок. Да, да, было много проб и ошибок в таких играх. То, что мне не хватало места, но здесь вы просто посмотрите. Вы просто посмотрите на это. Какие тут у нас масштабы, просто вах. Так. Это только одна палатка у нас будет. Это только одна палатка. А сколько в ней будет людей? Можно посмотреть? Вот. Ячейки, так. О, наверное, слушайте. Наверное, вот это надо сделать. Подожди, а как поворачивать? Нет, подожди. Мне надо повернуть. Как это поворачивается обычно? Подожди. Так. Я ни в коем случае, если что, не жалею. Не жалею о том, что я... Так, камера влево. Повернуть камеру. Вот. Ну, на Q. Все, значит, я прав. Во-во-во-во-во. Все, отлично. Сейчас людям построим дом. Так, временное жилище для нескольких колонистов. Оно дешево, но... А это? Ну, давайте, короче... Так. Нет, подожди. Да блин. Так, еще раз. Секунду. Я не хочу так приблизить. Пауза нормальная, высокая. Максимально ускорить, замедлить. Нет. Что-то у меня ком дико шумит. Так, ладно. Окей. Давайте... Поставим где-нибудь. Блин, все-таки надо научиться поворачивать. Ладно, давайте построим здесь. Так, верни как было. Верни как было, говорю. А, нам нужны ресурсы. А где рабочие? Где рабочие, алло? Как понять, что это рабочие? Что? Иди, доски собирай. Ну, она пошла доски собирать? А, нет, ты мелкий. Так, это же... А, вот они. Они строят. Так, что у нас по ресурсам? Все, закрыли. Так, ну я надеюсь, мы выживем. Тут строят все, строят. Так, доски. Так, давайте вообще изучим, что здесь есть. Меню, радиостанция, статистика, специалисты. О, древо технологий. А у нас нету ничего. Ладно. О, чуваки. Где строители? Ты... Да, вот. Парень. Что? А. Б. Иди сюда. Да блин. Стой. Иди отсюда. Подожди. Ага. Так, парень. Мне надо, чтобы ты туда пошел.
Это делается по-любому не так. Так, вообще давайте построим еще временное жилище. Построим мы его где-нибудь здесь. Вот. Это, конечно, много, но, блин, пускай будет. Дальше, что нам нужно? Нам нужны ресурсы. Это что у нас? Склады, еда, вода. О, ресурсы. Так, что у нас здесь? Это что? Так, это... Угу. Так, пластик. Ну, давайте поставим пилораму. Давай. Вот где-нибудь вот тут. Не? Ага. Ну, давайте. Блин. Вот так вот. Надо было все-таки, наверное, пройти обучение, не? Что это такое? А, я понял, нет, это не то. Так, строительство завершено. Нам на самом деле... Нам нужно... Что? Что нам нужно? Так, они пока строят. Нам нужны ресурсы. Так. Что это? Это дороги. Склады. Дом зверолова. Потом ее возведем. Хижина рыбака. Что для этого нужно? Давайте вот у нас здесь есть. Ага, мы не можем, да, далеко от колонии отходить. Так сказать. Нет, не можем, к сожалению. Ну ладно. Так, всех есть дом. Угу. А, секундочку. Так, короче, я пытался кое-что сделать, у меня не получилось. Но это ладно. Так, это что за меню? А, я понял. Так, нам нужно еда. Ну, отлично. Посадим мы это где-нибудь вот здесь. Вот, ближе вот здесь, вот так. Что это? Блин, ядерные отходы. Чего переместить рабочую зону? А, я понял. Так, ну, у нас уже утро. Почему-то идет дождь. И нам надо ресурсы. Да. Так. Надо много ресурсов. Дом зверолова нам нужно. Так, производство. Куда мы это можем поставить? А, ну типа пофигу, да? Ну давайте, не знаю, поставим это вот куда-нибудь вот сюда. Вот. Ну, не знаю, куда-нибудь вот сюда. Примерно. Надеюсь, дороги здесь не нужны будут. Эй, тихо, верни. Тихо, верни мою камеру нормальную. Вот так. Все. Так, что у нас здесь? Угу. Так, ну что? Работа потихоньку началась. Здесь что-то строят. Точнее, не что-то строят уже. Так. А, ну да. Я бы на их месте также себя чувствовал. Так, склад провизии. Жилище пока есть. Колодец. Так, смотрим. Так, добывают пластик. Извлекает металл и... Угу. А
А куда ее можно ставить? А где есть металл, да? Вот сюда? Подожди, что это? Что это? Бетон. Угу. Так, ну далеко мы ставить с вами не можем. Поэтому... Да и отходить мы тоже не можем далеко. Поэтому давайте поставим здесь. Где-нибудь вот. Вот тут. Все. Так. Нам надо что-то выбрать. Наверное, да? А, что мы будем сажать с вами? Давайте картофель. Подождите. Ну, давайте поставим картошку. Что я могу сказать вам? Нам нужна картошка. Это сохранено. Отлично. Так, у нас. Так, здесь работа идет. Да, идет? Класс. А, у нас есть не за эти, как его, не затребованные люди, скорее всего. Ну чё, посмотрим, что из этого выйдет. Так, нам нужно еще что-то поставить. Угу. Так. Ну, это мы чуть-чуть позже поставим с вами. Так, что у нас еще есть? Колодец. У нас есть... Наверное, надо еще один колодец, не? Один колодец мало. Нам надо больше. Что не так? Передвиньте. Это как? Так, передвиньте. Так. Чё там? Что не так? Трое колонистов заявили вам, что придумали новый вид ловушки для охоты на кролика. И сейчас хотят расставить их вокруг поселения. Сама ловушка выглядит вполне рабочей, но выпускать охотников за пределы лагеря может быть... Да давайте, чё? Ну, блин, извините. Я схотел как лучше. И что делать с ними? Что с ними делать? У нас есть больница? А, да, какая больница, вы чё? А, нет, смотрите, есть. О. Ну, могильник нет. Это слишком жестко. Поставим ее где-нибудь. Фиг знает. Давайте здесь. Может, можно здесь? Ой-ой-ой. Я сам уже кашляю. Так, доски есть? Как? Я не понимаю. А, дорогу, наверное, поставить, не? Скорее всего, да. А, давайте. Так. Нет, стой. Сюда, нет. Вот так. И все. Должно помочь. Что? Ресурсов нет? Какие нужны ресурсы? Угу. Ай-яй-яй. Не хватает ресурсов, да? О, металл. Как много. Классно. Так. Так чё, ничего не работает? Пока ничего не работает. Так, ну... У нас не хватает уже ресурсов.
Так, ягоды, что это? Это еда. Что с картошкой? Ну, кстати, здесь может быть рыбка, нет? Мне кажется, нет. Ну, знаете, в принципе. Так, здесь что? Пластик, ух, тут есть пластик. Так, ну у нас пока ресурсов, понятное дело, не будет. Но... Станция по перевору... А, вот, вот все, кайф. 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 Да-да, я знаю, они умрут, возможно. Досок не хватает. Не хватает досок. Хотел как лучше, получилось как хуже. Серьезно. Так, ну, вода производится, самое главное, еда растет. Пока что. А, так-с. 6% только. Ну, давайте немножко мы ускоримся. Чтобы утро было. Все. Так, ну что? Все, до меня доперло. Блин, дурак я. Стоп. Не так я сделал. Правильно, блин. Так, давайте разберем. Сможем разобрать? Я-то думал, вот где бетон. Маленькое. Все, до меня доперло. Всё. Да, 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 я понял. Но, к сожалению, у меня нет. Чего? Правильно. Ресурсов у меня нет. Пока что у меня нет ресурсов. Кто-то чему-то порадовался. Так, ну нам надо что-то делать. Сразу прям жопа. Так, что это карта мира? Что это такое? Давайте посмотрим. Мы же... Ага, ух ты. Ух ты, слушайте, мне нравится. Мне нравится. Так, вернись ко мне. Ой, вернись, точнее. Ой. Так, что мы можем сделать вообще с проблемами? Так, ну нам надо как-то... Ресурсы? Серьезно. Нам нужны ресурсы. Вот это вот, блин. Чего здесь не хватает? Вот бетон. Вот бетона не хватает. Бетон вон там был. Где он был? Вот бетон. Который можно собрать, да. А для этого нам нужен что? Что нам для этого нужно? Правильно. Нам нужно... Так, смотрим. Нет, это не то. Мастерская портного. Нет, это потом. Хижина рыбака, хижина зверолова, вода, станция по переработке. Блин, а как мне бетон собрать? У меня вроде нет такой функции бетон. Так, чё по... Угу. Так. Угу, прикольно. Ай, прикольно, я просто говорю, это на самом деле ужасно. Так, ну доски они пилят. Доски они пилят. Вот. Но
проблема бетон. Как мне достать бетон? Как просто? А, блин, дурак. Серьезно, почему просто? Ну, зато без обучения. Сам. Всему учусь сам. Все, классно. Сейчас у нас будет бетон. И мы сможем сделать куртки. Но зато деревьев маловато. Может тебе... О, все. Работает нормально. Производит, правда, маловато. Ну ладно. Так. Ну, неплохо, неплохо. Так, отлично. Потом надо будет еще где-то... Где-то я видел бетон. Или мне показалось? А, вон там еще бетон. Ай, так, ладно. Что, деревьев больше нет? О, нет, нет. Так, ну, с деревом пока проблемки. Что вы хотите? Так, из какой-то палатки раздаются приглушенные просьбы о помощи. Бежать туда, вы видите прямо по центру здоровенную яму. Видимо, земля под палаткой так оказалась недостаточно прочной, и один из колонистов провалился. Если смастерить лестницу... У меня нет досок, извини. Ну, блин, извините, ребят. Извините. У меня дерева нет. Надо будет потом сюда деревья посадить. Так, мы же можем ее... Подожди, а что нам стоит? Так, па-па-па-па-па-па-па. А все равно нужны доски, да? И нам надо переместить. Так, ну вот. Эй, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Давай-давай-давай. Так, у нас есть готовые доски. Бетон. У нас есть бетон и доски. Сколько нам не хватает? Так, окей. А здесь? Ну, здесь понятно, здесь не будет хватать. Здесь не будет пока что хватать, да. Ну, сейчас что? Сейчас вот здесь вот разберемся. Вот, здесь, как бы, да, разберемся. А что, они ночью не работают, да? Ну, давайте. Вылечим сейчас всех. И ресурсов тоже наберем много. И будет у нас все с вами хорошо. Такс. Давайте, ну, утро, наступай быстрее. Работать надо. Угу, все, стой. Утро началось. Так, сколько здесь досок? 18, а там тоже 18. Ну, сейчас соберем эти доски. Чего? А, закончилось? Ну, неплохо. Неплохо, так. Сейчас где-то здесь был бетон. Вот. Нам нужен бетон, поэтому собирайте. Так, что у нас по здесь? Здесь все хорошо. А здесь? Точнее, нет, здесь. Ну, почти собрали. Почти собрали. Давайте высокий приоритет. Чуть-чуть ускоримся. Нам надо ее достроить. Подожди, стой, что? Что? Я не вижу. Так. Так, стой.
Так, здесь работает место. Сейчас все будет. Да, да, классно. Так, ну они, видите, они сейчас будут потихоньку все это собирать. Так, что нам не хватает? Что нам не хватает? Он умер? Нет, подожди, он умер? Серьезно? Обучение, ну? К сожалению, ну, блин. Что, что, то? Так, ты сломан, сейчас. Так, блин. А, мне нужны... Что мне нужно? А, здесь вообще людей нет, да? Так, ладно, значит, ты здесь справишься одна. Так, все. Сейчас посмотрим, как здесь будет работа идти. Ну, плохо, конечно, печально, что двое умерли. Это моя вина. Я ее полностью признаю. Как бы да. Так-с. Строительство завершено. А, ну, сейчас, значит, пойдет процесс. Все, сейчас достроим скоро больницу, и никто не будет как бы страдать. Так, ну здесь пока все плохо. Доски. Че, закончились, что ли? Так, вот же. Давайте, давайте, ребят. Работаем. Ай. Ну, на самом деле, мне нравится такие игры тем, что ты немножко разбиваешься. То есть, как бы ты включаешь мышление, как по мне. Давайте, 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 ребят. Что, что это такое? А, носильщики умерли. Стой, 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 что они предлагают? Так, к вам подходит двое колонистов и их... Так, чего? Так. Забавно. Отважный колонист. Так, ну я понял. Ну чё, создадим. А, народа нет. Ясно. Ну давай тогда, женщина. Эй, не-не-не-не, наоборот. Мужик здесь. А, женщина там. Так, чё у нас по ресурсам? Пока вроде всё хватает. Но... Так, нам нужно... Что нам нужно? Нам нужно... Так, где это было? Где это было? Только что увидел. Ага, вот. Могильник. Построим его где-нибудь. Ну, не знаю. Вот здесь. К примеру. Пускай. Чё, он строит, не строит, нет? Немножко не хватает, как я понимаю. Так, что это? Сейчас все будет. Здесь все производится. Никто не больше не умрет. Все. Никто больше не умрет у меня. Итак, друзья. Так, что у нас с больницей? Так, 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 так. Больница у нас в приоритете. Так, что это активно? А, не-не-не, активно, активно, конечно. Так, давайте, ну.
Ну-ну-ну-ну-ну, так здесь производится. Здесь ресурсов не хватает. Но они производятся. Да. Ну и как-то понять, что оно произвелось? Производится, точнее. Как это понять? Интересно даже. Так, ладно. Хи-хи-хи-хи-хи, чё я хотел. В общем, дорогие друзья, ладно, мы будем на этом заканчивать с вами. Не хочу затягивать серии, чтобы они были там по 50 минут, хотя проще устраивать стримы. Точнее, лучше стримы по таким играм устраивать, потому что будет больше пользы. В общем, ладно, дорогие друзья, это мы с вами заканчиваем. Вот. Я решил, я немножко попрохожу. Вот. Потому что игрушка интересная. Посмотрим, что из этого выйдет. В общем, всем спасибо за просмотр данного видео. Всем удачи и до новых встреч. Пока-пока.